В Красноярском крае замена лифта по программе капремонта значительно опережает намеченные графики. За 5 месяцев этого года установили половину подъемников, предусмотренных к замене в 3-летний период, до 2022 года. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края. Там ответили, новые лифты появятся в 131 доме по всему краю. Сейчас в монтаже находится еще почти 400 единиц. Отмечу, почти все необходимое оборудование уже доставили в регион. Всего замене подлежат больше 1000 лифтов в 294 домах региона. Набранные темпы позволят полностью весь объем лифтов, которые запланированы на 3 года, выполнить до конца 2020 года. Практически все оборудование завезено в Красноярский край. Осталось довести только 49 комплектов. И на этой неделе они будут уже здесь, в Красноярске. Полный объем завезен в Норильск. Работы продолжаются активно.